Пьяная компания на улице Молодежной ломает памятную доску. Такое сообщение от очевидцев поступило вечером 5 октября в дежурную часть Новополоцкой милиции. На место немедленно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Увидев сотрудников милиции, молодые люди бросились убегать. Правоохранителям удалось задержать одного из парней. В течение дежурных суток была установлена вся компания. Милиционеры выяснили, что пятеро жителей Полоцкого района приехали в Новополоцк отдохнуть. Идея помериться силой явно пришла не на трезвую голову. А уже чем руководствовались вандалы, выбирая объект, и вовсе здравому человеку не понять. За что задержан сотрудник милиции? За то, что разбил памятник. Памятник кому ты разбил? Героям там. А почему разбил памятник? Потому что не сознавал, я был пьяный. Еще раз, пьяный был? Пьяный был. В содеянном раскаиваешься? В содеянном раскаиваюсь. Впредь будешь такое делать? Впредь такого больше не повторится. После содеянного хулиганы скрылись с места происшествия. Уже на утро после всех троих задержали. Проходя возле торгового центра, трое молодых людей из той же компании, 19, 18 и 17 лет, подошли к комплексу галереи памяти ветеранов Новополоцка. Они сражались за родину и руками начали разбивать расположенные там портреты, тем самым повредив его. За хулиганство, совершенное в группе лиц, Новополоцким городским отделом Следственного комитета в отношении трех молодых людей возбуждено уголовное дело. Открытым, похоже, останется вопрос моральной ответственности. Призвать к ней людей, способных изувечить самое ценное – память о мужестве, героизме, отданных за мирное небо, жизнях, наверное, будет сложно. В силу возраста ребят заняться этим, судя по всему, предстоит родителям и старшим товарищам. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».